Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. 25 и 26 марта с 10 до 19.00 на железнодорожном вокзале встречайте необычный поезд. Это уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД. В его составе 11 вагонов, где можно будет познакомиться с историей отечественного железнодорожного дела, узнать о современном устройстве путей, увидеть действующие макеты высокоскоростных поездов и технические новшества в действии. Одним из новых экспонатов в этом году станет стенд с макетом тепловоза «Ермак» – самый мощный в настоящее время тяговой подвижной единицей. Суббота и воскресенье – железнодорожный вокзал, первая платформа, первый путь, вход свободный. В субботу все желающие приглашаются на гаражную распродажу. Маша Крючкова и Фрол Веселый собираются продавать работы самарских современных художников. Арт-барахолка пройдет в мастерской Фрола. Посетить ее можно будет бесплатно. Помимо барахолки, организаторы обещают и культурную программу. Кстати, приглашаются и самарские художники, готовые принести свои работы на продажу. 25 марта, начало в 12.00. Струковские торговые ряды. Вход свободный. В воскресенье Самарская филармония приглашает детей и их родителей на фантастическое сказочное действо. Любимые сказки Пушкина оживут в художественном слове, музыке и живых рисунках, выполненных в технике песочной анимации. Любимые сказки о золотой рыбке, о мертвой царевне и семи богатырях читает Ольга Егорова. Музыкально сопровождает представление ансамбль русских народных инструментов «Русская рапсодия». Ну а за волшебство песочной анимации отвечает мастер Лилия Равилова. Начало сказочного шоу в 11.00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!